Приветствую вас, и бороться с подобными чувствами не рекомендуется. Дело в том, что любая борьба – суть подавления. То есть, если вы будете бороться с этим вашим чувством, то, скорее всего, вы будете его подавлять, и подавляя его, подавляя это чувство, вы тем самым будете загонять его глубже, сублимируя в виде, ну, в форме вот отношений с другими мужчинами, которые похожи на того самого первого мужчин вашего. Поэтому подавлять подобные вещи не рекомендуется. Вот. Что рекомендуется сделать? Рекомендуется увидеть причины, которые стоят за тем, как вы себя ведете. Вы говорите, что меня мучает неразделенные чувства уже несколько лет. Именно мучают неразделенные чувства, пишите вы. То есть они вам причиняют боль. Что такое боль? Боль – это фрустрация. Соответственно, вы фрустрируете. И за это вам больно. Но любовь, если она настоящая, если она чистая, без примесей, любовь не подразумевает мучений. Любовь не подразумевает боли, не подразумевает страданий. И посему, если у вас есть боль, если у вас есть, грубо говоря, ну, болевые ощущения, если вам больно, значит, дело здесь не только в любви, а дело здесь еще и в том, собственно говоря, чего вы хотите от любви. Чего вы хотите от отношений? Ну, вот вы сами, чего хотите от отношений? Вот это, пожалуй, является ключевым моментом в данной ситуации. Потому что именно ваши желания, которые стоят за, собственно говоря, за любовью, ну, или лучше сказать, за тем, что вы называете любовью, именно ваши желания, они и не позволяют вам быть счастливой. Почему? Потому что желания-то они есть все время. Желания-то они ощущаются, чувствуются постоянно. Желания как бы не уходят. И именно потому, что вы хотите их реализовать, свои желания, именно потому, что вы нуждаетесь в их реализации, именно по этой причине вы не можете отпустить молодого человека, ну, мужчину. Вот.
Именно по этой причине, именно по этой проблеме. И, соответственно, первое, что стоит сделать, это увидеть ваши желания, которые стоят за, ну вот, за влюбленностью. Если вы сможете это сделать, если вы сможете найти эти желания свои, а с психологом найти их будет достаточно просто, вот, то тогда вы сможете скорректировать свое поведение так, чтобы получить то, чего вам хочется, получать то, чего вам хочется. И я полагаю, что в таком случае проблема уйдет. Потому что пока что, ну, проблему вы решаете исключительно таким, ну, путем не совсем правильным, то есть вы пытаетесь клин клином выбить, вот. Это, к сожалению, не то, что можно назвать эффективным направлением. И вот здесь уже, если мы приняли тот факт, что за любовью стоят ваши желания, и вот здесь уже можно говорить о таких вещах, например, как идеализация, то есть вы идеализируете мужчину. Трансференция, то есть вы возводите его в ранг, в статус мистического существа, то есть восхищаетесь им и так далее. Понимаете? То есть эти моменты, они важны. И если вы увидите, почему так происходит, то есть почему происходит такая ситуация с вами, из-за чего она происходит, что заставило вас, какие потребности заставили вас, ну вот, так себя вести, такие эмоции испытывать. Если вы увидите это, то я полагаю, что вы сможете это контролировать. А если вы сможете это контролировать, то и сможете двигаться дальше. Вот. То есть нужно вам прийти к пониманию, в первую очередь, того, зачем вам этот мужчина? Почему именно он? Какие у него особенности? И что эти особенности вам, вот именно вам, лично вам дают? Вот эти важные моменты и помогут вам избавиться от зависимость. Это действительно зависимость, к сожалению, у вас. Поэтому от зависимости избавиться самостоятельно практически невозможно. И поэтому чем быстрее вы обратитесь к психологу и будете работать с ним,
тем лучше. Вот. Вы поймите, что для того, чтобы испытывать неразделенную любовь к человеку, да, и мучиться им, нужна ведь определенная форма восприятия себя. То есть, чтобы такое происходило, нужно определенным образом воспринимать себя. То есть, как вы себя воспринимаете? Почему, грубо говоря, вы считаете, что достойны такого? Почему вы, мужчина не испытывает к вам чувств, да? А вы продолжаете, о нем страдать. Для чего вам это состояние? Именно вот состояние, при котором вы страдаете. Для чего оно вам? Зачем оно вам? Знаете? Вот. У этого есть свои причины, к сожалению. И я полагаю, что пока и если вы сами для себя не увидите, зачем вам вот нужно это, то есть, для чего вам это, с какой целью вам это, я полагаю, что вы так и будете испытывать зависимость. Потому что, вам же нужно это все для чего-то. Может быть, вы хотите чувствовать себя такой вот жертвой. Может быть, вам в глубине души нравится, что вас не любят и что вы вот оказались в такой вот ситуации для себя, не очень хорошей, да, и вам в этой ситуации есть какая-то выгода, понимаете? Вот. Все это делается для какой-то цели. Нужно понять, что вы получаете от этого, что вы выигрываете. И тогда вам же самой будет проще. Вот. То есть я полагаю, сперва можно вести речь о том, как и почему вы воспринимаете себя, как для вас стала возможной такая ситуация. Вот. А потом уже все остальное. Вот. Потому что вы понимаете проблему правильно, вы видите ее верно, но у вас вот то, что вы сказали, да, что бороться, вот бороться нужно. Как бороться с этим? Это вот вызывает у меня подозрение сразу. Потому что любая борьба, если она есть, да, борьба это подавление. Подавление это означает отсутствие спонтанности, отсутствие легкости. И, соответственно, подавляют свои желания, вы сами научились вряд ли. То есть, скорее всего, вас этому кто-то научил. Ну а поскольку у всех есть родители или другие значимые фигуры, то, скорее всего, именно эти фигуры и сыграли роль в этом. То есть в том, чтобы вы подавляли в себе свои желания. Зачем, почему, для чего, это вопрос уже немного отдельный. Зачем, почему, для чего, это вопрос уже другой. Зачем, почему, это вопрос анализа ваших отношений с родительскими фигурами. В
В частности, например, с отцом, может быть, с вашим отцом, любви которого вы, может быть, пытаетесь добиться таким вот способом. Ну, таким вот способом для себя, к сожалению, деструктивным, да? Вот. Вот таким образом можно ответить вам на вопрос, на ваш. Надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, пишите в личку, буду рад помочь. Если у вас остались вопросы дополнительные, также, значит, вы можете обратиться ко мне в личку, и буду благодарен за оценку моего ответа в качестве лучшего. Вот. Я вам желаю всего самого доброго, удачи и успешного разрешения данной ситуации. Без консультаций с психологом ваша проблема, к сожалению, не уйдет.